Всем привет! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике» я расскажу вам, можно ли стирать многоразовые и одноразовые медицинские маски. Вопрос про медицинские маски очень остро встает у нас в последнее время. И, конечно же, один из самых популярных запросов – как именно стирать медицинские маски и можно ли вообще их стирать. Давайте начнем с того, можно ли стирать одноразовые медицинские маски. Одноразовые медицинские маски изготавливаются из синтетики. Состоят они из трех слоев, один из которых фильтр, который как раз таки и защищает от всех микробов и бактерий. Носить такие маски можно 2-3 часа, после чего одноразовую медицинскую маску необходимо выбросить. Стирать ее бесполезно, потому что как раз таки этот фильтр, он не отстирывается. Конечно, вы можете попробовать постирать ее хоть вручную, хоть в стиральной машине. Она только испортится, она приобретет такой неопрятный внешний вид, и плюс к тому она потеряет все свои свойства, функции, да, которые она должна совершать. Перейдем к многоразовым маскам. Они бывают у нас разные, из разных материалов. Такая, например, всякие разные маски у нас сейчас есть. Эта маска, например, у нас из полиэстера. Есть и из хлопка маски, есть марлевые многоразовые медицинские маски. И плюс таких масок состоит в том, что их можно стирать. Причем удобство состоит в том, что на многих масках есть специальные ярлычки, на которых написано даже, как именно можно и нужно стирать маски. Но, например, тканевые маски, да, такие, можно стирать как вручную, так и в стиральной машине, но марлевые многоразовые медицинские маски можно стирать только руками, чтобы их не испортить. Поговорим про стиральную машину, да, про то, как нужно стирать маски. Обычно стирают маски при температуре 30-40 градусов, но если маска хлопковая, можно стирать и при температуре 60 градусов. Обратите, пожалуйста, внимание на выбор моющего средства. Лучше всего стирать гелиевыми моющими средствами, а не порошком. Все мы знаем, что порошок очень сложно выстирывается, вымывается, да, из ткани. Маску вы будете носить на лице, вы будете дышать. И если очень плохо простирается маска, порошок останется в маске, то вы можете навредить себе, своим органам дыхания. Так что лучше используйте гель, гелевое моющее средство. Стирать их можно со всеми вещами, без разницы, но лучше всего перестраховаться и поставить после стирки еще режим дополнительного полоскания. Лучше, чтобы прополоскалось хорошо и обязательно все моющее средство у нас испарилось, да, вымылось, выстиралось из нашей маски. Также ее можно гладить, как марлевые, так и тканевые маски. Проглаживать их нужно с двух сторон. Если это видео было вам полезно, обязательно подписывайтесь на канал. Это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Всем пока!